Какой райчик. Ну, да, значит, он упал, по-моему, откуда-то. Вот, молодец. Да? Да, под корень. Да, да, куда пошел? Ну не сюда, вон надо, вон туда под корень. Че ж ты на дорожку-то наливаешь? Дима кушает. Чё ты как ешь, как соску как будто сосёшь. Чё здесь Дима ест у нас? Вилка ест. Давай. И хлебом закусывай. Что? Какой хлеб? Свежий, да? С помидоркой. Угу, молодец. Мясо с помидоркой. Да, уже отличается еда твоей привычной. То каша с чем-нибудь была. А теперь Дима кашу есть не хочет. Не хочет есть кашку, да? Еще мясо принесли. Батюшки. Курица. А до этого что-то он ел. Вроде не курица была. Помидорку, да? Помидоркой сочненько. Зубками. Смотри, что за гонки сразу. Ты мякиш ешь. Корку ты зачем ешь? У нас помидориной. Жуется там. А ты что там ешь? Сейчас он наест хлеба. И суп не будет есть. Так будешь клеить, да? Вот, выравниваю. Что ты На-на-на. Ну что, на-на, клей давай. Мама будет клеить. Ну ты ее подержи. Ой, будет клеить. Ты ее подержи какое-то время, она приклеится. Но она же сразу так не может, ее надо подержать. Подержи ее, вот, давай. Не держи вот так, стой. Считай, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот, поднимайся, ноги не поднимай. Что там творится? Попу не поднимай, руки на руках, поднимайся. Ну, о, молодец, а теперь снова, нет, попу не надо, вот ложись и на руках отжимай. О, молодец, еще раз, о, молодец, вот отжимается правильно. Мама, посмотри, как отжимается парень. Вот, попу не поднимай, только на руках. Во, молодец. Раз, считаем, сколько раз отожмешься. Устал? Вот так вот, будешь спортсменом. Давай еще раз. Ложись. Давай, отжимайся, будем считать, сколько раз отожмешься. Давай, на руках, попу не поднимай. Раз. А перепускай. Нет, попу не надо поднимать. Давай, еще раз, давай. Ноги надо, ноги, попа пусть лежат, а на руках отжимайся. Раз, два. Ну... Уже устал, да? Да, вот научить надо его. Да, будем играть.
А мы с тобой песни давно не пели, Дим. Песни. Одна журнал держит, другая. Ой. Памперс да, одевает вдвоем. Давай, давай, смотри, мою книжку дальше смотреть. Подожди. Да, а мы дальше не смотрели. Смотри, что. А это что, Дим? Посмотри, сколько тут. Чего? А Дим? Ну, сам одевай. Посмотри, что тут? Смотри, Дим сам умеет. Ух ты! А я и не знала, что Дим умеет. Вот, видишь? Ух ты, молодец какой. Ты Ух ты, молодец. А теперь пяточку надо поправить, чтобы пяточка на пяточку была. Вот так вот. Поправить пяточку. Будем играть. Будем, конечно. Да, будем играть. Да. Вот, пяточка Лиза, на пяточку. Лиза, полезем, будем играть. Да, а вот посмотри, Лиза. Какая, посмотри. Подожди, он носок оденет. Как правильно одевает. Ты смотри, какой взрослый мальчик у меня оказывается, внучек такой, да? Ой, правильно, пяточка туда повернуть. Надо пяточку, давай, поворачивай. Ну, одевай, одевай дальше. Какой молодец, смотрите. Мама, а штаны показывай, как сам умеешь одевать. Лиза! Ну, ты как умеешь одевать? Одевай сам. Ты же умеешь. Нет, надо вон те, здесь короткие ноги голые. Ну, жарко. Ну, вы все, смотри, это, в кроволок на сегодня. Вы все, берегите тепло, я берегла. Смотри. Ух ты! Так его в садик надо, он умеет одеваться. Ему уже можно в садик ходить. Ух ты, молодец какой. Ай, Дима умница. Ой, ура! Дима умеет штаны одевать. Ой, молодец, ура! Ура! Ну, дальше сам одевай. А ты можешь лечь, попу поднять и одеть. А можешь встать. Можешь встать. Какой молодец! Ой, такой молодца! Молодца! Возьми с полки холодца. Ну чё, что, надо заправить маечку? Пойдём Да-да-да, идём, бабуль, неси, давай, бабуль. Книжку, книжку будем смотреть. А мы книжку. Давай. А послушай, дядя Саша сейчас будет пилить там. А посмотри, Дим. Ты там, дядя вот Саша. Это вот, что ты не видела это еще, смотри. Клубника. А? Давай, сейчас мы лежим будем. Книжку смотреть будем, книжку, на книжку будем смотреть. Давай. Давай, лежим. Ягодки, смотри, какие клубнички. Бачки, как у нас на нога, на ноги читают. Дима читает журнал. О, ногу надо. Ага, не говори, да. Надо же, как взрослый. Да? Ну, что там у нас? А здесь чего? Давай дальше посмотрим. Дальше. Клубничку посмотрели. Теперь дальше. А здесь чего? На, смотри, что здесь. Папа тут. Где папа? Озеро, папа, озеро. Ну, почитай, мама тебя снимает. Читай книжку, читай. Скажи, здесь цветочки растут. Здесь тут цветочки растут. Сильный ветер до сих пор. Тут что-то растет. Ага. Перчики зеленые. Кстати, зеленый перчик очень вкусно в супчике. Или просто поесть. А там что-то. А, малину бабуля постригла. Да. Дима с палкой ходит. Дима у нас не поспал сегодня. Тут Димочку у нас очень сильно избаловали. Перед сном качали. Песенки пели. И теперь он. Не хочет засыпать без всего этого. Дома-то он у меня сам засыпает. Дима. Здесь они, смотри, все. Дим, ты лей-ка. Вон они все вместе.
Смотри, пойдем посмотрим, что они там делают. Давай, Рука. Не пойдешь? Что они тут делают? Арбуз моют. На травке. Четыре руки даже. Вон он светит. О, шлепнулся. Сонный Дима падает. Тыковка живот. Она вот что-то не растет у нас совсем. Идем. Вот, поливай вот здесь рядышком. Вот. На нее поливай. Вот так. Вот она тыковка какая. Не растет совсем. Скажи, расти тыковка большая. Расти тыковка маленькая. Расти тыковка большая. Да? Да. Надо еще полить ее. Набирай еще. Вот. Поливай тыковку. Расти тыковка большая. Расти тыковка маленькая. Да? Расти тыковка большая. Расти тыковка маленькая. Да, Дима? Дима молодец какой. Тыковку поливает, Дима. Вот сюда. Вот, поливай. Вот, молодец какой, Дима. Расти газон. Расти газон большой. Расти газон высокий. Да, Дима? Да? Дима, еще давай поливай. Неси еще. Тут ты только с краешку полил. Давай пенек польем. Пенек, дерево вырастет. Пенек. Дерево вырастет. Давай, пенек поливай сверху. О, как водить, смотри. Неси еще водичку. Ой, там мокрицы повылазили. Ой, повылазили, смотри, мокрицы. Еще поливай сверху. Вот. Поливай, поливай. Тысячи белок, да? Поливаем, расти пенек большой. Расти дерево, да? Еще неси. Ой, повылазили сколько. Батюшки, батюшки. Они как семьями прям целыми. И понесли. Вот тут хорошо будет. Отлично. Ой, прям утрамбовал свою кость. Ух, много как. И что, тебя тут сеновал будет, что ли? Ну, отсюда, кстати, видно уже, что газон стриженный. Как коврик смотрится. Красивый такой. Видно даже полосу, вот она проходит.